Всем привет, ребята, мы на канале Джейсон Кай. Сегодня мы будем начинать проходить игру Пьяничего Ёжика, серию игры от первой до третьей части. Да, ну что ж, эта игра, это уже пародия на... Или не пародия, а уже, типа, еще одна игра, где живые игрушки, только вместо... Почему-то, ну, во-первых, музыка не звучит, а не играет. А во-вторых, тут почему-то... Ой, ёжик вместо Фроги. Ну да, это своя игра, так, которую создал Сергей Строт. Пурпур, да, 2008. Мобильная версия. Бесплатно в Play Market я ее нашел и скачал. Ну что ж, начинаем. Новости. Эти игрушки опасные. А кто их создал? Это неизвестно. Главное, сейчас надо, чтобы был в доме кто-нибудь, чтобы эти игрушки не были свободны. А то нам грозит опасность. Позвоните по этому номеру. Ждем звонок. Дом с игрушками очень опасное место, но нам нужна охрана. Как так? Без охраны будет только хуже. И нужна защита кошки Муси. И, пожалуйста, кто-нибудь пускай побыстрее устроится на работу. Зарплата 15 тысяч рублей. Хе, прикольно. Блин, правда, мне там чуть не выключился планшет. Ну ладно. Так, ну что-то у нас с Мунгай. Опа, клику на окошко, она мяукает. Алло, привет. У меня есть сообщение для тебя, так что слушай меня внимательно. Ты тут первый раз находишься, да? Но не важно. Дело в том, что эти игрушки ёжик, Чебурашка, да и тигр, они необычные игрушки. Да ладно. Они не любят свет, так что включай свет. Но ты должен выключать свет на время, как-то кошка Муся боится темноты. Чего? Понятно. Но если 10 секунд пройдут, то автоматический свет включится, и придется ждать 10 секунд, чтобы можно было его включить. Я так понял. И я поэтому говорю, будет сложно. Но если ты сюда устроился, то ты уже никак не уводишься. Придется тут тебе работать всю твою ночную неделю. Ну, на этом все. Я тебе желаю спокойной ночи и удачи. Спокойной ночи. Не уволюсь я с работы. Кошка боится темноты. Хотя кошка, по идее, видит. Ну, ладно. Мусичка, где? Уже 2 часа ночи. А, что-то так громко. Понятненько. Тут что-то очень слишком много помех. Да, мяукай, кошка, успокаивай. Где? Ёжик тут. Так, ну пока я никого не вижу, просто буду сидеть, заряжать. Да, я все время тигр. Туда. Давай же, мяукай. Ты не успокаиваешь. Не хочешь, как хочешь. Как же мяукает, я не понимаю. Просто, наверное, несколько раз. Чебурашка! Не ушел все еще. Фуф, ушел. Так. Тигра еще не приходит. Да, кстати, это не Чебурашка, а Рыжий Ап. Да, но я буду называть все равно Чебурашкой. Хотя Рыжий Ап узнал от того же Сергея Строта, который ВКонтакте писал, там у него группа Пьяничего Ёжика есть ВКонтакте. Переходите там, смотрите. Опа, как разряжается. Ну что, мяукаешь? Сиди тут.
Он так неподвижно сидит. И мило мяукает. Как же это мило. Вон же. Как это успокаивает, когда он мяукает, съезжаешь. Так, пожалуйста, не обращайте внимания на посторонние звуки. Тут какой-то тигр пришел. Ура! Фуф, ушел. Тут тигр с ежиком. Я это, камера это не записала, потому что... я думаю, что вам скучно просто смотреть, как я тут сижу. Потому что на первую ночь там всегда скучно всякое. Чебурашка уже подходит. Они не на месте. Ну все, можно отдыхать. Мяу. По поводу пятничего ежика 2 и 3. Я их обязательно запишу. Если, конечно же, под последней серии наберется, не знаю, 6-7 лайков наберется. Тогда, может быть, запишу. Начну проходить вторую часть. А потом начну третью проходить. Опа. Уходи. Ай! Как? Он меня убил на первом же ночи. Как так он меня убил? И чё за баг? Вот же гад. Я просто посмотреть хотел тебе, дурака. Игра окончена. На. Игра создана, кстати, за 3 дня. Ничего можно ожидать. Конечно же, от игры, которая создана за 3 дня, можно ожидать таких жестких багов. Жжёткий. А, ну что, первую ночь я это отмонтирую. Сейчас уже 4 часа ночи. Я, по-моему, подох 5. Ну, мне сейчас скучно было снимать, когда я ни с кем не разговариваю, поэтому лучше 4 запишу. Ща, по идее, должны прийти ёжик и тигр. Потому что они там вот, на 7 стоят. Видите, красавцы. Мысечка такая прикольненькая. На носе нажимаешь, и она так мяукает. Ёжик! Пришел другой зверь. Включать? Все. Примерно на 6-7 секунд зайди, по-моему, выключить свет. И тогда он, кто-то уйдет уже. 5 часов. Так, ладно. Где-то у меня шкатулочка. Я потише звук сделал, потому что я не особо не хочу звук делать себе. И, пожалуйста, не обращайте внимания на посторонние звуки. Я стараюсь как можно качественнее сделать видео с каждым разом. И не всегда, ну, не часто у меня так... И не часто так у меня тихо происходит. Ладно. Чебурашка, все, пока. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. Да, ушел. Так, сюда пока не. Я выиграл. Я тогда уже выиграл. И первую ночь уже залачено. Не хочу больше делать серию, правда, если вам скучно, то возможно, не знаю, завтра или послезавтра будет следующая серия. Ёжик, что с тобой не так? Ну что ж, музыка почему-то главное меня не играет, хотя должна играть. Ладно, ну что ж, если вам понравилась эта серия, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик. Всем пока-пока, удачи!